принять. Так, всем привет, друзья. Сегодня, как и обещали, устроим вечерний стрим среди недели. Как всегда, надеюсь, сделаем это доброй традицией голосовать, что же мы будем смотреть в следующий раз. И неожиданно снова победила в голосовании классика. Ну как классика, игра 2008 года. Вот. И я, если честно, очень рад, потому что я по ней чертовски соскучился. Gears of War 2 для меня стала, наверное, первой игрой, которой я в рецензии с чистой совестью, спокойным сердцем поставил 10 из 10. Ну, потому что для меня это было просто незабываемо, прям восхитительно. Когда она вышла, это было просто нечто невероятное, на мой взгляд, и вообще лучшая игра в серии. Вот. С
спасибо обратной совместимости на Xbox One и, в частности, Xbox One X. Немного жаль, что вторая часть не получила специального улучшения, как, например, Gears of War 3. Вот. Там разрабы провели еще дополнительную работу и с помощью внутреннего там софта, не трогая код игры, добавили технологии сглаживания современные, увеличенное количество пикселей благодаря там особым технологиям. Ну, детали можно посмотреть в разборах на Digital Foundry. Вот, и она... Gears of War 3 на эмуляторе выглядит прям очень достойно. Вторая часть таких няшек не получила. Она выглядит вот прям ровно так, как она выходила. Вот, единственный профит то, что без просадок производительности... Спасибо мощностям современных консолей. Ладно, такое было вступительное слово. Теперь давайте же посмотрим, насколько хорошо игра сохранилась за 10 лет. Будем играть на высокой сложности, мы же крутые, все дела. Despite their best efforts at survival, the humans of Sierra continued to march blindly to their imminent doom, unaware that their misguided attempts at retaliation were only leading them ever closer to extinction. They had thought us crippled by their weapons of mass destruction. But to survive is to endure and prosper. And we have most certainly survived. Нам буквально в паре слов пересказывают, чем что вообще было в первой части и чем она закончилась. Ну и вот это вот все, кстати, не пререндеренный ролик, это все на движке игры. В чатике спрашивают, не выкатывали ли патч Microsoft специально для Xbox One X для второй части? Нет, для второй части, к сожалению, не выкатывали. Выкатывали для третьей. Вот, но... Я очень надеюсь, что для второй тоже выкатит, потому что она того заслуживает, и, на мой взгляд, вторая часть лучшая вот во всей серии, посильнее третьей. А стрим просто потому, что захотелось постримить на самом деле. Тут вместе с новым Gears of War, который в 16 году вышел, там же вдогонку давали коды на всю трилогию, плюс Judgment давали. Вот, я что-то решил, что... Точнее, как я решил потестить обратную совместимость на Xbox One X, посмотреть, насколько оно лучше работает, чем на простом Xbox One. И... И вот такая, в общем, выбрал второй Gears of War. Да, конечно, звук тоже можно поправить, у меня каждый раз по-разному. То я слишком тихий, то я слишком громкий. Time to train the rook. With the attacks at Pomeroy? Hell no. They need me on patrol, not training some jumpy kid. Of course. Ну, я сомневаюсь, что выкатят прям ремейк второй части, но... Вот патч хотелось бы. Потому что, на самом деле, игра довольно-таки неплохо сохранилась. Ей бы вот сглаживание... добавить и увеличить дальность прорисовки, и был бы ништяк. Так, да, ща. Звук, конечно. Stay put.
We'll be back, kid. Так, тут спрашивают, какой Xbox лучше сейчас брать. You still here? Вот это внезапно. Still here, Marcus. Tell Dom I may have a read on his mind, but it doesn't look. Anya, what'd you find? Так вот, какой Xbox сейчас брать? Ну, я бы на самом деле бы выбрал Xbox One X, но я, собственно, его выбрал, как бы нам, если что, не Microsoft подогнали. И это я так за свои кровные купил, при том, что у меня был простой Xbox One. Ну как был, все еще есть, я все еще пытаюсь его продать, пока не очень получается. Видимо, все покупают X. Вот. Ну, во-первых, да, это прям инженерное чудо. Это маленькая коробочка раза в полтора, наверное. Ну ладно, процентов на 30 меньше стандартного Xbox One, при этом у него блок питания внутри, он очень тихий, он вообще не греется, и я его слышу только если там в какой-нибудь 15-й финалке выставить 4К разрешение. Вот, и все равно, при том, что как бы даже если у вас нет 4К телека, игры специально под Xbox One X, которые сделаны, ну как с патчем под Xbox One X, выглядят лучше, потому что они рендерятся исходно в 4К, а потом downscale до Full HD. Вот, соответственно, там лучше сглаживание, лучше дальности прорисовки, ну, в общем, во многом лучше все равно. Много мелочей, в которых игры становятся лучше, и в целом картина такая более приятная получается. В общем, я бы рекомендовал One X, на самом деле. Но, конечно, он и стоит 140 штук, но при этом вы получаете там действительно крутой девайс. Вот, который для мультиплатформы, на мой взгляд, лучший вариант. Как бы, с другой стороны, надо понимать, что эксклюзивов здесь абсолютный минимум. We have confirmed Locust presence in the hospital. I repeat, Locust are in the hospital. Вот, пока тут что-то происходит, поговорим про серию. Блин, вот для меня часть... Вот знаете, в 2000... Так сказать, с 2000 по 2010 новые серии запускали по такому принципу. Мы сделаем первый круг интересного концепта. Она будет прикольной, но будет, ну, не шедевром, скажем так, вот. Прям на память сразу приходит Assassin's Creed какой-нибудь. А потом мы сделаем вторую часть, которая развивает все идеи и будет бомбой. Вот. И для меня и серия Gears of War была такой. И Assassin's Creed, например. Ну, то есть там вторые части реально сиквелы были во всем сильнее оригиналов. И были прям очень классные. Вот, причем неожиданно Gears of War 2 обладает очень классным сюжетом. То есть основа такая простенькая, но здесь классные персонажи, классная работа с персонажами, крутая подача, много действительно ярких моментов. Я вот многие из них до сих пор помню, один из них прям выжимает такую скупую мужскую слезу. Очень круто. Я надеюсь, с годами игра в этом плане не устарела. Ну и выглядит она до сих пор хорошо, то есть здесь очень классный арт-дирекшн, вообще Gears of War в целом отличается, на мой взгляд, очень крутым дизайном. Такой милитари, брутальный боевик с максимум тестостерона просто в крови. Ой, я немножечко умер. Вспомнить вообще, как в это играть. Ну, я как бы, конечно, помню основы. Реакция уже не та. Scramble, two raiders, all units on high alert.
Конечно, мы расчлененочки от души здесь. Для настоящих мужиков. Блин, вот не хватает очень приемов из четвертой части, когда можно, сидя за укрытием, например, втащить врагу, который напротив. А, черт. Хотел я бензопилой воспользоваться. Что-то не удалось. Да, you motherfucker. Ой. Не, надо все-таки поаккуратнее играть. Я уж успел забыть, что гири это прям игра про укрытие. Но вот играю во вторую часть, понимаешь, что в четвертой сделали, ну вот, которая в прошлом году вышла, в четвертой части сделали прям точечные, но прям очень нужные улучшения для серии, которых вот явно сейчас не хватает. О, да. Dom, Ty, take the other door. Я, кстати, ожидал, что еще Xbox One X умеет, ну, как в 1080, короче, стримить, но, к сожалению, нет. 720p — это прям пока его предел. Ну, может быть, еще приложу... Это же не встроенная приложуха, это отдельный Twitch приложение. Может, они его еще улучшат? Я надеюсь. Я думаю, как бы... Xbox One X уж хватит мощности для стрима в хорошем качестве, раз уж PS4 Pro там можно. Ой. Так, ну куда ты убежал-то? А ну иди сюда. Ой, мне кажется, мои мечты сбылись. Твою мать! Блин, я торможу что-то совсем. Так, ладно, сейчас все красиво получится, прям. Я чувствую, сейчас все хорошо будет. Вообще, вторая часть прям по сравнению с первой в постановке очень здорово выросла. Но в 2008 году это просто реально, у меня отвал башки был, я обалдел. Это прям как вторая Half-Life была или Max Payne, вот такого прям уровня. Так, ну все, я же говорил, сейчас все красиво получится. Ну вот, да, тут Сергей очень правильно замечает, что это прям были золотые времена Xbox, когда его эксклюзивы прям легко могли по качеству поспорить с PlayStation. Но Microsoft выбрал немного другую тактику сейчас. Ну, не то чтобы плохо,
По крайней мере, Xbox One позволяет вам играть во всю свою библиотеку игр с этого и с прошлого поколения консолей, в отличие от PS-ки, которые там за отдельные деньги, неприличные, на мой взгляд, просят за классику с PS2. Вот, а на Xbox One вы можете там за пару сотен купить себе, например, Knights of the Old Republic или Prince Persia первого. То есть это такая консоль, которая объединяет поколения, при этом абсолютно потрясающая для мультиплатформы. Но это такой чисто игровой ПК с некоторыми приятными фишечками, заточенный исключительно под игры. Вот. Ну, и как бы за такие деньги, за 40 тысяч, вы не соберете себе комп, который позволит вам в Full HD даже играть в что-нибудь там 50 FPS. Вот, а Xbox One X позволит. А, и 4К контент, если, ну, когда у вас появится 4К телек, если вы планируете покупать. А, идеальная вещь. Ну, мне кажется, она стоит своих денег, и она прослужит довольно долго. Вот. Ну, и на самом деле, вот, у меня как бы было текущее поколение консолей, но фактически со старта я PS4 брал и Xbox One. Вот, и у меня, например, ни секунды не возникло желания покупать PS4 Pro, например, и заменять свою плаху четвертую. Ну, не настолько там крутые улучшения. При том, что, ну вот вообще нет. А Xbox One X, он как бы меня сразу заинтересовал, и я его как бы когда лично там на выставках еще пощупал. Ну, мне кажется, вот тут тот самый случай, когда можно задуматься об апгрейде. Вот. А PS4, если есть оригинальная в прошке, я, например, не вижу вообще никакого смысла. Control here, Delta. Locust are outside of the hospital, taking position in the streets, requesting assistance. Roger, Control, we're on it. This is Centaur 2-3, establishing position outside of the hospital. Так, едем дальше. Да, ну и в копе это, конечно, тоже еще прям отдельное удовольствие. What the fuck? Так, ну где вы там? Покажи свое личико. Ништяк. А что, еще что ли кто-то где-то есть? А, надо наверх просто. Come on.
Ну, конечно, музыка здесь прям тоже огонь. Саундтрек у Гирзов всегда был на высоте. Всегда отлично вписывался в атмосферу. Jack, open this door. Вот черт. Кровь в кишки распидорасила. Да, you bitch. На модели персонажей, например, вот отличные до сих пор очень классно смотрятся. Может быть, лица, конечно, не столь детализированы, но в целом... Но в целом угодно. Still don't have that trick down. Better learn fast. Let's get out there, Delta. Grab some cover. We gotta dig in before we can get down there.
Так, что с патрончиками беда, надо что-то с этим делать. Ладно, у меня есть старый добрый кольт. А кольт здесь довольно ништяковый. Так, а ну-ка иди ко мне. Правильно, валите, нехрен с нами связываться. Nice work, Delta. And Rook, Carmine, you did good. Well, thanks, Sergeant Phoenix. Control, this is Delta. Enemy threat eliminated. Over. Copy that, Delta. Everything okay on your end? Yeah, it was close, but I got out in time. What'd you find? I... Tell me, Anya. Don't bullshit me. The Jane Doe I mentioned? She fits the description, but... Well, looks like she was released a few days ago. We don't have any info after that. There's gotta be another lead, or... Or something, right? I'm sorry, Dom. That's it. I'm sorry. Damn it! Not again! I've lost her again! Ah! God damn it! Copy that, Anya. Delta out. Dom, you okay? Just... I'll catch up with you in a sec, Marcus. Right? Yeah. Whatever you need. Guys, let's go. Not again. Humans are no strangers to war. After all, we've been fighting for as long as we can remember. War is all we know. In the past, we fought for emulsion. We fought for country. We fought for freedom. But all that changed after E-Day. For 15 years, we've been fighting for our very survival against inhuman, genocidal monsters. But it is a fight. We cannot continue. Humanity faces extinction. Unless we end this war now. So why land down, Sergeant? Why not just drill down here? Jacinto's the one place it can't dig through, and land down's a perfect spot to hit them on their own turf. Heard there's a shitload of grubs there, Sergeant. More like 10 shitloads. We had hoped the light mass bombing would decimate the Locust Horde. But they survived. And have returned stronger than ever. They've brought with them a force that can sink entire cities. Even Jacinto, our last beacon of hope through all these dark days, is now at risk. Soon we'll have nothing left to defend. And that means we have only one option. Attack. What I ask of you now is not an easy thing, but it is necessary. If we are to survive, if we are to live long enough to see the seasons pass, our children grow, and experience a time of peace that we have never known, we must now take this fight to the Locust. We will go to where they live
and where they breed, and we will destroy them. This is the day we take the battle to the heart of the enemy. This is the day that we correct the course of human history. This is the day we ensure our survival. Sergeant Phoenix, you ready to hit the road? You know it. Well, let's go chunk some bullets at them grubs. Я прям помню, как эта речь в свое время до мурашек пробирал, когда первый раз это слушаешь. Conscript. I got the charge once he took the lifeboat in. Family got the groceries, but Daddy got conscripted. Life's a bitch like that. Delta Baird here. Apparently, I'm riding on Marilyn. Yeah, see you, man. It's kill time, baby! Good hunting, guys. Control, this is Delta. We're aboard Rig 314 and are heading out now. Roger that, Delta. You're good to go. Alright, settle in, Delta. Блин, что-то печально, что про пятую часть ничего не слышно. В четвертой прям был явный намек на продолжение какое-нибудь такое пафосное, эпичное. Но я все-таки очень надеюсь, что Microsoft просто анонсирует игры незадолго до релиза. От HAL 6 тоже наверняка уже. Ну, не уже, а давно работают, а все никак не анонсируют, надеюсь, над пятыми гирями тоже, несмотря на то, что четвертая часть продалась, ну, не то чтобы прям внушительно. Но хочется надеяться. Но музыка прям невероятно эпичная. Я вот помню, где-то за год до релиза второй части там эпики показывали, точнее, как хвалили свои технологии, которые может там отображать до нескольких сотен противников на экране, и прям вообще смотрелось это как на ген. Нехило так за 10 лет, конечно, игры махнули в графоне. Господи, что здесь происходит-то? Надо куда-то стрелять? Или не надо никуда стрелять? А, ну ладно. А, или надо в эти штуки стрелять? Точно, я уж и забыл. А, блин. Чё-то я как-то это... Блин. Что-то они как-то очень быстро летят. Мне кажется, я облажался. Look out!
быстро. Секрет в том, чтобы стрелять на опережение. А, блин, риверы, чертовы риверы. Но я помню, где ближе к концу герои сами будут летать на таких штуках. Это прям невероятно крутой уровень, как сейчас помню. Хотя прошло уж почти 10 лет. Так, чтобы эту штуку закрыть, нужны гранаты. А, вон гранаты, черт подери. Хватит стрелять в меня. Assist,
чем еще классная вторая часть, она постоянно меняет условия. То есть это вот показатель действительно, по-моему, классно задизайненного экшена. То есть каждый эпизод чем-то особенный, уникальный и неповторимый. То есть здесь есть вот то, чего так не хватало первой части, разнообразие ситуаций. О, господи. Да пошел ты. Вроде получилось неплохо. Черт подери. Ну и эпика здесь, конечно, тоже прибавилась. Вот подобных масштабных стычек в первой части не было. Да и в последующих частях тоже, наверное. Там вторая часть, она самая эпичная, на мой взгляд. Не то чтобы это прям обязательный атрибут, но все равно это приятно. Упс. Не вписались мы в поворот. Ну ладно, ладно. Облажался. Не, ну ты чё, серьезно, вот весь эпизод сначала, блин, ну охренеть. Нет, вот с контрольными точками здесь четкая беда. Нельзя так их расставлять. Thank you.
two birds moving to your position, a third on its way. Centaur 2-3 is down. Divert assistance. Copy that, Delta. Вот так гораздо лучше. Nice work, Delta. Control, land down's in sight. Roger that. Determining launch coordinates now. Control out. Ладно, валим так валим. Какая жуткая хрень. Marcus, is that Ty? Yeah, told you he was tough to kill. Let's get down there, Gears.
Fate has thrown us together again, huh, Marcus? Looks that way. Welcome back to Delta, Ty. Sorry about your squad. Everything happens for a reason. Уровень брутальности этих чуваков просто зашкаливает. My rig? We hit some mines. Tickers, I think. The whole area is infested. Okay, Delta, head to the monument in the center of town. That's going to be your best place to drill. А вот эта локация что-то вообще не помню. You heard her, Dizzy. We'll walk you there. Those things. Tickers. Locusts use them like landmines. So keep your distance. I'm telling you, y'all gotta clear the way so Betty can move on through. Tickers are ugly, and Betty don't like ugly. Вот эти мелкие твари жутко бесят. Occupying your local airspace. Can you confirm? Nothing in sight yet, Control, but we'll keep an eye out. I remember when they took Landown during the Winter of Sorrow. It was a bad omen. Crazy that somewhere this close to Jacinto has been under Locust control for so long. You'd think we'd have launched this assault years ago. I'm sure the Cog had their reasons. Just probably weren't good ones. Thank you.
glad to hear it. Just keep moving. Nemesis! Nemesis! Так, тут только что они были. Куда они пропали, черт подери? Так. Можно было и не тратить гранату. Control, how much farther to the drill zone? Close. Just beyond the tunnel ahead. Remember, your grind lifts are calibrated to dig from the exact location of the town central monument. You're gonna have to back in the trucks to get them properly aligned. Wilco, Delta out. Найти в мрачный черный туннель. Ну это же хреновая идея. Очень хреновая идея. Could be anything in here. Keep an eye out, Delta. You ever wonder why they don't just give us flashlights? Kid's got a point. Might versus light. Meaning? That I'd take an extra gun over a flashlight any day. Да, так чуточку лучше. Но только чуточку. Ну, классные мягкие тени для игры 2008 года, я замечу.
Так, что там такое? Что за паника? Аккуратней. Это было близко. Хреново здесь то, что если они взорвутся впритык, это прям сразу смерть. А чекпоинты тут не час. Хватит щелкать, вы вызываете меня... Заставляете меня нервничать, как те камикадзе. Из серьезного Сэма. Грустные истории погибших солдат. Чертовы мелкие уродцы. Да, мы могли бы использовать немножечко света. Черт подери. Патрончики, патрончики. Я вижу свет в конце туннеля. О, да. Ну, конечно, какая-нибудь хрень должна прилететь, куда же без этого. Сдохни, тварь. Так, я тоже умею кидаться гранатами. На тебе под пузо. Бля, ему хоть быхны. А, штяк. Take cover!
но, как всегда, можно выбрать, куда пойти. Блин, ну это фишка, конечно, для коопа. Вот, но мы тут в грустном одиночестве. Пойдем по крышам. Так, у меня же дробовик есть, он как раз для этой ситуации. Так, он свой, чё это я? Как-то хитро стрелять. Я уже немного подзабыл, как. Ну, вроде получилось неплохо. Так, тут прям какая-то движуха на улице. Сранча чертова. А ну куда ушел? На тебе в ногу. Orders are all clear, Dizzy. Let's get to the drilling zone. I think we'll ride the rest of the way. Ну, господи ты, боже мой. Так, ну где ты? А, понял. Так, нужно рассчитать стрельбу. Как думаете, здесь есть 50 метров? Наверное, чуть больше. Ну да, 90 метров. А, стой, стой, куда ты ушел? Ей-ей-ей. Урод. Так, ну я думаю, хорошо, неплохо так зайти должно. Да, ништяк вообще. Control, this is Delta. We've reached the drill zone.
Roger that, Delta. What's your launch status? We're getting to land in position now. Пора бурить. Delta keeps my ass covered. Roger that. Control out. Locust! We've got a grub hole. Ништяк вообще зашло. Вы-то еще здесь откуда взялись, вашу мать? А ну прочь с моей тачки. Вот же уроды. Тем не менее, уже 70 человек смотрят. Приятно, что людям нравится классика. Ну как классика? Ну, 10 лет уже. Время летит. We've reached the drill zone. Roger that, Delta. What's your launch status? We're getting the lift in position now! Long as Delta keeps my ass covered. Roger that. Control out. Locust! Another grub hole! Who's next? Бля, с хрена ли вы еще лезете-то оттуда? Я же вроде это... бомбой попал. Найс. Грёбаные минометчики, опять я умер. Блин. Вот это минометчики, это беда какая-то. Особенно если их никто не заметил. Зачем писать, когда можно про мясом? Так, может быть, я доброшу-то? Думаю, доброшу. Coming.
try it yet, Bob. Got shots firing on the ring. Fast fire. Delta, it's up. Да, блин, вот... Это просто невозможно уследить за этим, если отвлекаться на уродов, которые залезают на этот грузовик несчастный. Ладно, попробуем не отвлекаться на этих уродов, которые залезают на несчастный грузовик. Control, this is Delta. We've reached the drill zone. Roger that, Delta. What's your launch status? We're getting the lift in position now! Long as Delta keeps my ass covered. Roger that. Control out. Locust! We got a grab hole! Let's do this. Engage the same ship around you were talking about, Falcon! What do you think? Hit him hard, Delta! Да вашу ж мать! Control, this is Delta. We've reached the drill zone. Roger that, Delta. What's your launch status? We're getting the lift in position now! Long as Delta keeps my ass covered. Roger that. Control out. Locust! Another drop hole! Who's next? Ten ship you were talking about, Delta. What do you think? Hit him hard, Delta! Make sure to hit Daddy in the room! Otherwise, this may be the end! Damn it! They keep coming! Dizzy, how much longer do you need? Но они пока вроде и без меня справляются. Так, надо бдить за гребаным минометчиком. Где же ты? А, вон ты, кажется, бежишь. Да, кажется, разорвал этих уродов. Да блин, а вот это вот откуда вообще прилетело сейчас? Абсолютно непонятно. Черт, подери вас. Пулемет взорвался, к сожалению. Control, this is Delta. We've reached the drill zone. Или нет? Что-то я видел, что он в огне был. Ну, ладно. Кажется, я что-то попутал. Главное сейчас там в спину не словить. Вот они, блин, успели выпустить. Беги! Ну вот, кажется, и все, да, конец пулемету. Пожалуйста, кто-нибудь прикроет, может быть. Yeah.
господи. Что ж, тебе отряд тех сяк. Кажется, что-то я это не дострелил. Ну, придется по старинке. Не то чтобы он может оказать какое-то сопротивление, правда. Something happens to me. Promise me you'll look for Maria. You got it, Dom. No problem. О, да, помню этих уродов. Ох уж эти дуэли на бензопилах. Used to puke on a raven, he must be tagging the walls with chook right now. Да, как бы прошло 10 лет, а игра вот с точки зрения механики вообще не устарела. Ну, конечно, пара фишечек из четвертой части ей не помешали бы. Но вот постановка, геймплей, ощущения, вот все прям ништяк спустя 10 лет даже. Категорически рекомендую. Если вы вдруг по каким-то причинам пропустили игру в свое время, если, например, у вас не был 360 ящика, а сейчас вдруг есть Xbox One, это прям вот must have. All right, head that way, and we'll catch up. Don't engage the enemy. Just defend your position. Wish me luck. Hang in there, Rook. We'll be there soon. Let's go find... Dom, let's split up. We'll find him faster. Ну, смотрится прям здорово. На самом деле, наверняка в игре в этом ассеты
для высокого разрешения есть, просто ввиду мощности 360-го ящика на экране они рендерятся не так классно, как могли бы. И вот прям, мне кажется, игре нужен патч под Xbox One X. Я думаю, она может выглядеть гораздо лучше. Но он может, например, посмотреть, как изменилась дальность в Fallout в третьем. Для него, для третьего Fallout добавили специальный патч, который даже при том, что это как бы игра с 360-го ящика запускается в эмуляторе, там прям очень сильно увеличена дальность прорисовки и детальность удаленных объектов. И вот гирем вторым такая штука тоже не помешала бы. Delta out. This is Corporal Stratton of Alpha 7. We're in the hollow. Jace, this is Delta. Good to have you here. Good luck out there. Так, ну что тут у нас происходит? Мы приближаемся к сердцу противника. Чтобы что? Я что-то даже не обратил внимания. Бомбу заложить или что-то? Что-то, короче, плохое сделал. Саранча повсюду. А чего вы, блин, ожидали? Спускаясь в подземелье саранчи, черт подери. Так, ну шо тут? Врываемся. Блин, я еще помню, здесь будут какие-то такие бронированные червяки огромные, за которыми можно прятаться. Это такое передвижное укрытие получается. Ой, вот это я зря. Что же я сделал-то? Зачем? Блин, это будет сейчас прям чудом, если я выживу. Мне прям повезло, что я этого чуваком укрылся. Хедшот. Ну давай, ломай ты ему эту голову-то несчастную. Не повезло. You did good. Control, this is Delta. We got Carmine, but it looks like Echo 5 is down. We're heading deeper into the hollow. Tunnel maps show direct access approximately 30 meters ahead. But, sir, there's a wall there. What about the grind lift? I think it's busted, sir. Jack, see what you can do. Еще саранча. Мне кажется, это работенка для моей бензопилы. А вот и уж укрытие здесь, кстати, разрушаемое частично.
Так, блин, я вряд ли доброшу туда. Придется их отстреливать. А, блин, неудачная перезарядка. А вот туда, наверное, доброшу. Но у нас хотя бы есть преимущество в высоте. Как говорил Оби-Ван Кеноби, я выше, значит, я выиграю. Я стою выше тебя. Ой, эти, ох, эти уроды. Мелкие ползучие твари. А, блин. Блин, кстати, да, забавно, я никогда об этом не задумывался. Вот Дарт Мол стоял выше, тем не менее, это ему не помогло. Я чувствую, здесь есть некоторая несправедливость. Так, сейчас попробовать подойти поближе и взорвать таки ту хрень. Блин, я вот почти добрасываю. Нет. Надо за, вот, то, хотя бы за то укрытие забежать. Вот, да, отсюда должно быть нормес. Блин. Еще дальше. А, шипос. Вот, блин. Thanks, Control. All right, let's give this lift a shove. Man, it's dusty as hell. You know the helmets have a filtering system on them, right? If you wore a helmet, then you wouldn't have to breathe in the dust. Yeah, but I wouldn't see snipers so well then, would I? Cool it, dumb. Так, откуда вы тут стреляете-то? Медик,
Ауч. Мелкие сволочи. Ой, чё там этот... Эти уроды со стрелами, кажется. Мне кажется, это я дерзко как-то вырвался вперед. Бумеры. Ненавижу этих уродов. Но вроде получилось ништяк. Даже ни разу не умер, обалдеть. Roger that, Control. Some static, we copy. We're picking up massive seismic activity beneath Ilima City. Recommend you investigate when you can. Wilco, Control. We'll look into it. Thanks, Delta. And Dom, about Maria. Yeah? Okay, let's move out. Че, что, где, кто? О, божечки. I don't think this place is stable. Probably isn't, so keep moving. Wretches! Like a fucking botanist. Some kind of plan. Hey, you want some? Так, ну свет верни, да? А, да, вот эти чуваки, это их помню. Control, you have any info on this thing? Looks like a big snake or a worm made of stone. Recent intel lists it as a rock worm. Not sure if it's dangerous, but we do know it's an indigenous cave creature that feeds on plants. Flowing plants? Right. We have reports that those are one of its main food sources. And we've also been told that the worms are nearly indestructible. Apparently gunfire doesn't affect them at all. She's right. That thing's not even paying attention to you. А, ну да, и нужно сбивать эти штуки, чтобы червь к ним переползал.
Marcus, you think Dizzy and Ty made it up there? I don't know. I hope so. Ty's as tough as a broom op, though, so if anyone could make it, it'd be him. So who the hell was that screaming locust guy anyway? No idea. Crazy bastard cut through a friggin' tank, though. He's gotta be a locust big shot or something. What? Like Rom? Maybe. But he made... Rom looked like a goddamn pushover. Which way, Marcus? You take the rook left. I'll take the right. Got it. Так, значит, отсюда как-то далековато стрелять. Надо поближе. Они тут прям крепко в обороне засели. Ощущение, что их здесь немножечко бесконечно. Блин, а червяк что-то там застрял. Че он вот сюда-то не ползет? Нехороший человек. Нехороший червяк, точнее, не человек, конечно. Ну, таким макаром сейчас патроны закончатся. Надо что-то делать. Ты
Но вроде здесь больше нечего сбивать. Блин, ладно. Но это было, конечно, опрометчиво. Что-то, мне кажется, что-то подглючило. Which way, Marcus? Ну, давайте я поверху попробую пойти. А, вот если с этой стороны зайти, вот отсюда выше вылез бы этот червяк. О, ништяк вообще. Блин, с другой стороны, это порочная практика Call of Duty. Вот, типа, пока мы не продвинулись на определенную там дистанцию, эти уроды возрождались до бесконечности. Но это как-то это... Мэ. It's just a staging area, probably a base to deeper. Sarge? Yeah? You really think we're gonna see the surface again? Yeah. Yeah, kid, I do. Ticker! Got him. А, мне кажется, сейчас какой-то огромный червяк прям будет. Но не этот, конечно. Блин. Забавно. Кармайн, could be snipers in the area. Keep a lookout. Черт, вы снайперы. Oh, yeah.
давай, покажись. Смелее. Ах ты, урод, шевельнулся. А, блин. Ты, на, так, минус один. Так, успех. Так, налево не пойдем, направо пойдем. Дельта. Маркус, look down there. Anybody need some sniper practice? That's one. Мне кажется, давно я пилу в ход не пускал. Ой, как что-то меня жестко вынесло. Эх. Так, ты еще что такой дерзкий здесь? Урод убежал. Ясно, понятно.
Тут где-то был пулемет, и мне кажется, он мне нужен. А, ага. Интересно, у меня получится его развернуть? Да. На, сволочь. О, да. Так. Вот, зря я, кажется, отбежал. Поворачивайся быстрее. Сейчас мне прям повезло. The shit closest to home that hits you the hardest. More grind lifts coming in. Good. Control, this is Alpha 2. We've successfully deployed. Alpha 2, this is Delta. We're too deep for surface contact. Roger that, Delta. We're beginning our... Delta, we're under heavy mortar fire. Roger that. We'll take them out from here. Неплохой такой червячок. Control, this is Delta. Control, do you read me? Control. Guess we're too deep. Whatever that was, it's gone. Let's go. Mm-hmm.
One thing I still don't understand. Have the locusts been down here, like, forever, or what? Who knows, man? This one guy in Basic, he thought they were from moons, and that they feed on emulsion. Hey, Marcus, you ever seen them eating emulsion? They can eat shit and die for all I care. Down here, something else to shoot. I think it's safe to say that's not a natural cave formation. You were wondering where they come from, Carmine? You bot. Ну что ты раскричался, господи ты боже мой? What are these guys? I don't care, just shut them up. Use the worms for cover. Блин, сейчас вот могло хорошо прям прямым зайти. Так, ладно. Для этого патроны кончились. Кто-то подвис, мне кажется. Покойся с миром. Так. Thank you.
это же уроды мелкие. Split up and get the drop on anyone who's there. Что здесь поинтереснее будет идти? Behind the sandbag! Воу-воу-воу. Суровый парень.
Довольно-таки неплохо получилось. А, мне кажется, сейчас будет встреча с королевой, если я правильно помню. Но это не точно. Но я помню, как этот червяк закончит. Это, конечно, то еще зрелище. Но, к сожалению, сегодня мы вряд ли... На самом деле, ждал почти больше 2 часов уже, даже стримим. Поэтому, я думаю, пора сделать паузу. Думаю, еще вернемся ко вторым гирям, потому что действительно очень классная игра. За 10 лет, ну ладно, за 9 лет она там нисколько не потеряла актуальности. Она все еще отлично играется, очень годно смотрится, разнообразный, интересный экшен и вообще прям топчик, так сказать. Конечно, хотелось бы полноценный ремейк, как с первой частью сделали, но какой-нибудь патчик под Xbox One все равно не помешает, которая там элементарно сглаживание добавит. Вот, спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вот это вот все. До скорого. Всем пока.